поглотить это все. Вот. Нихера себе! Обалдеть! Ребята, это какой-то, блин, коршун. Сейчас меня шкварят, но мы без проблем сейчас. Это скорпион! От лева остались рожки до ножки. Обалдеть! Я таки понимаю, что мы берем, просто вставляем, активируем щит, вставляем пачку маргарина, и тот, кто по нам бьет, бам-барам-бам-барам-бам-бам-бам-бам-бам, это входит в робота, вливается и усиливает его оружие встроенное. Оружие начинает стрелять уже с усиленным дамагом, и чем больше в тебя влезло, тем больше ты отдаешь. Обалдеть! Обалдеть! И вот мы эту машинку включаем, чпунь. Она жужжит, работает, и сегодня будет вот такая вот, ребят, система. Это я делаю, ребятухи, специально для того, чтобы замолить прощение у тех ребят, которых я вчера обидел. Делаю я это на веб-камеру. Вот такой я буду ходить сегодня весь вечер. Че ты тут стоишь, блядь? Че ты тут стоишь, сука? Че ты тут стоишь, блядь, малек? Поверни ты голову, Брент, шлепала ты, блядь, тупая! Поверни голову, блядь, шахтеристу недоделанный, сука! Блядь, дебил! Блядь, два дебила-акробата, блядь, это сила! Ааа, блядь! Нахера вы мне сраку поджигаете? Гидродрачер тупой! Что за говно здесь пришло, блядь? Ну, ты, бля, молись, гад! Вперед, ребята, на смерть! Их становится все меньше и меньше! Активация модуля! Блядь, модуля! Бессмертие, режим бога! На перезарядку, блядь! Так глотку с вами сорвешь! Ты кто такой? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Сдохни! Тынш! Мы победили. Кто слил? Что ты меня пугаешь? Да вижу я тебя, вижу, макалек, макалек. Да-да, попал на видос! 300 тысяч, гнида! Блять! Подождите, вы точно про инвайдера говорите? Робот, который прыгает и 90% деактивирует пушки! Он летит! Шлепается! У меня пушки! Не работаю! 10% дамага идет со 100%! Еще он имеет 33% сопротивления урону! Я его вообще убить-то смогу, на, когда-нибудь! Блядь, я не понимаю! Этого робота надо продавать, я так и понимаю, да? Надо бабки рубить! Бабки, бабки, бабки! Бабки, 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 бабки рубить надо! Бабки, бабки! Зеленые-зеленые бабки надо рубить! Бабки, бабки, все попродавали, все попродавали. Давайте инвайдера продадим, его никто не покупает. Давай, продадим, продадим бабки инвайдера. Давайте добавим ему неуязвимости, блядь, жирному. Добавим неуязвимости. Да, блядь, этот арест пиздец ему настанет, когда эта хуйня будет лететь на него. Его спектр не убьет, топтышки не затопчет, Пурсе его заебется ковырять. Хам-хам-хам-хам-хам, блядь. А Хеллбурнер сам полностью изничтожится, прежде чем его убить. Не говоря уже, бедный Ланселот сосет, Лео сосет, Гриффин, ну это все сосут, они все сосут. Который не хочет потерять няшки, няшки! Упадет он на коленки и подставит он задок ради няшек от пиксоников. О-о-о-о-о! Инвайдеру 500 тысяч, там 498 тысяч, кто-то говорил, у него там ХП. Плюс модуль на лечение, модуль лендстенд, блядь. И он летит такой, ему все похуй, падает, ему все похуй. Ой, Хеллбурнер, о, ослаблен, я вижу эту графу, эту надпись, ослаблен, бомби Хеллбурнера, владелец, бомби пердак твой, поджигай, вив ты в комментах, ставь мне дизлайк и пиши всякую хрень, будешь неадекватным, заблокирую, учти. Короче, у этого робота, просто 6 роботов во взводе, ребят, разработчики, да, дорогие наши, просто не за 2 минуты будут убивать рандом, а за 3, потому что они будут подольше бежать. Если они за 20 секунд перебегают всю карту, то получается, что на 2 способности им
придется всего лишь побольше потратить. Или на одну, читать надо.